Друзья, всем привет! Я дома. Сегодня это видео, оно будет из нескольких частей, это точно, потому что работа предстоит не маленькая. Работать я буду в гараже. Давайте сейчас покажу саму машину и что будем с ней делать. Так, вот такая Audi A6 C6 в кузове. Значит, давайте. Вот хозяин мне ее пригнал, он сам разобрал, снял бампера. Ну, так с большего поразбирал, чтобы мне на это не тратить время. У него было желание, но и я посчитал нужным не отказываться. Вот. Так, значит, что мы красим? Краситься будут дверь, вот эта передняя, дверь задняя и крыло по этой стороне. Также порог. Вот там видно, уже лезет коррозия. Из-под крыла. Крыло буду тоже снимать, чтобы там все хорошо вычистить, обработать, чтобы это все ходило еще очень долго. Порог буду красить в переход, потому что двери тоже под съем идут. Тут мне, в принципе, ничего мешать не будет. Также по этой стороне стойка. Здесь есть жучки. Вот раз жучок, тут жучок. Короче, ну, были сколы, и, понятное дело, полезли жучки. Стойку тоже будем делать как-то в переход. Вот, значит, ну тут видно, тут вообще печаль по низу. Такое вот все ржавое. Тут уже закладывали краской. Вот такие болячки. Ну и, короче, полностью вся дверь, вся на мелких жучках. Они, их тут просто тьма. Очень-очень много. Сразу скажу, что двери будем делать... Короче, ну, как уже в роликах, кто смотрит, тот знает. Все сносим до чистого металла. И по всем операциям пойдем. Но это все дальше я буду проговаривать. Значит, по задней двери вижу, есть вмятинка. Есть вмятинка. Возможно, отработаем споттером по всем неровностям. Ну, еще пока точно не знаю. Если я договорюсь, то тогда сделаем это все споттером. Значит, задняя дверь тоже под съем. Лакокрасочная, на крыле такая же история, тоже жучки, но тут в основном все жучки, все на жучках. Вот здесь надо будет поработать хорошо, все почистить, потому что уже тоже есть. Вот, значит, крышка багажника, сразу видим вот эти мутные фонари, их под лак запускаем, делаем по красоте. Крышка багажника тоже, есть одна вмятина, и также все на жуках. Полностью все на жуках. Также крышку. Сейчас красим ее с двух сторон. Тут внутри тоже. Вот жуки. Тут и поцарапано. Ну, короче, надо это все привести в состояние идеальное. И все обработать. Так, смотрим. По заднему крылу есть вмятина. Вот здесь залом вообще на ребре. И вот здесь вмятина. По фонарю вроде зазор отличный, но с бампером тут вообще все было не алло. Я клиента сразу предупредил. Вот, кстати, бампер лежит, чтобы он мне его привез, потому что, ну, при выставлении вот этого зазора, когда ставить будем плоскость, нужен будет нам бампер. По этой стороне картина аналогичная. Красим тоже заднее крыло, заднюю дверь и переднюю дверь. Вот, на заднем крыле, помимо вот этих повреждений, сколы, сколы, сколы везде. Ну, сколы и жучки. Вот сейчас солнце спряталось. Вот, вот такая история по всем элементам. По арке тут вообще, вон, видно, жесть прямо. Ох, очень много. Вот, задняя дверь, в принципе, была неплохая. Но я посчитал, что нету смысла оставлять ее из всего борта одну. Она в любом случае бы отличалась. За счет свежего лака, за счет есть фактор неидеального попадания в цвет. Ну, мы будем, конечно, стараться, но факт это исключать нельзя. Вот. Ну и вот нашел, когда хозяин снял молдинги, тут уже коррозия начинает расти, так достаточно серьезно. И на самой, в принципе, двери тоже есть два жучка. Где-то я находил вот тут один. И где-то был еще один. Вот, вот здесь видно тоже скольчик. Уже ржавчина лезет. Ну и по передней двери
все абсолютно так же. Так, жук. Тут уже замазано, его обрабатывали. Где-то, по-моему, еще были. Ну, короче, тоже очень много. Вот. С этой стороны порог будем делать, полностью красить. Есть вот такая вмятина. Не знаю, видна она, не видна. Вот, надеюсь, видно. Вмятина. И здесь такая. Но здесь уже посерьезнее вылезла коррозия. Крыло тоже под съем, хоть они не красятся, но снимать я их буду, чтобы там все обработать. Хорошо это все сделать. Ну и аналогично стойка, также в переход из осколов. Плюс фарки у нас посеченные. Вот фары под лак. Фары под лак. Ну и вот в принципе все. Вот такой, такой предстоит объем работы. Вот, и в принципе начнем с разборки, весь процесс буду показывать, поэтому по этой машине видео будет, я думаю, я уже говорил, не одна часть, и будут они чуть подлиннее, чтобы именно показать, вот, что можно это все делать в гараже. По материалу там чуть интересно будет, новый материал будет и для меня, вот, потестируем. Ну, все, я сейчас машину вымываю, начинаем разбирать, смотрите дальше. Друзья, я закончил, так сказать, первоначальную разборку. Разобрал 4 двери. Ну, то, что мне надо было. Я сейчас начну с дверей, подготовку и, может, даже и окраску. Ну, в процессе пойму, как мне будет удобнее. Или же по бортам пойдем красить. То есть сначала один борт, там, или с первый заход крышку, или со вторым бортом крышку. Вот. Убил времени... пол рабочих дня, наверное, вот чисто на 4 двери. Очень заморочено это в Audi. Хоть кажется, все просто вместе с рамками достаются стекла, но чтобы это сделать аккуратно, ничего не сломать, ни те же шумки не порвать, все это подрезать надо аккуратненько. Но времени реально это занимает очень много. Вот, значит, сейчас саму машину я сейчас пленками позаклеиваю вот эти все проемы. Машину мы выгоняем, она пока не нужна, чтобы не занимала место. Вот, будем заниматься только вот этими четырьмя дверями. По дверям будет тоже интересно, буду делать тест такой, скажем, с выходом вот этого видео, вот оно сейчас выскочило в подсказке, много вопросов по этому поводу, но это сейчас впереди. Все увидите, что за тест и что конкретно мы будем тестить, скорее даже сравнивать одно с другим. Вот, все, значит, сейчас я займусь обклейкой, выгоняю машинку, и когда уже начнем работать с дверями, включимся, все покажу. Я сейчас сначала обработаю вот эти низа, где абразивом, ну, просто-напросто будет сложно долезть. Я здесь буду все вычищать кораллом, всевозможными щетками. Кроссовками сейчас я покажу. Я их, ну, коралл в принципе обычный. И вот такая маленькая щеточка. Очень удобная вещь, потому что тут еще есть направляшки. Вокруг них надо будет все почистить. Есть коррозия вокруг них. Вот, но сперва, перед тем, как мы вообще приступаем к работе, обезжирка. Я купил для конкурса, так сказать, и для теста джетовскую обезжирку. Сейчас я ее покажу. Я уже одну дверь вот с этого борта, который пойдет под кубитрон, начал делать, но я ее делаю, это будет отдельное видео для конкурса. Тут где-то сейчас, это оно выйдет раньше, тут сейчас где-то выскочит подсказка. Вот, кому интересно, можете посмотреть. Вот я уже потестировал на ней вот такую обезжирку. Мне понравилось. Обезжирка работает. Вот здесь дверь, она просто помыта водой. То есть ничем я здесь не растворителем. Понятное дело, присутствует очень много. Вот оно даже шершавое вся, если будет слышно. Особенно по низу. Короче, битума на ней очень много. И вот обезжирка отлично работает. Она очень агрессивная.
работает на поверхности очень долго, то есть испаряется медленно, и тем самым я на передней двери это уже делал и показывал, то есть я ее нанес, буквально 20 секунд подождал, она отработала, и весь полностью битум за одно нанесение обезжирки с двери снял. Вот, сейчас здесь сделаем то же самое. Я еще там проходил водно-спиртовой обезжиркой, такая же, джетовскую я взял. Вот, ну, пообщался с технологом, оно может и надо, но не обязательно. То есть нет такого, что прям обязательно вот именно на этом этапе, перед тем, как сносить бутылок красочно, проходить водно-спиртовой. Ну, там я это делал, здесь делать не буду. Сейчас дадим ей чуть-чуть поработать под разъездом на битум. И всякие там силиконы, все вот эти дела. Что-то она тут обводила какие-то круги. Ну, скорее всего, ну понятно, что загрязнение есть на двери. Ну, я думаю, достаточно. Будем вытирать. Не, отлично работает. Мне прям нравится. Весь битум, он весь вытирается. Особо никаких усилий. Я тут, конечно, сейчас нанесу еще раз. Потому что все равно я тряпкой растираю по поверхности. Вот такая тряпка. Салфетка, кстати, вот тоже по салфетке, это тоже джетовская. Это для конкурса прям закупился как положено. Все по джете, ну, все по красоте, чтобы было. Салфетки вот эти мне очень понравились. Посмотрим, как они будут работать на металле. Мы уже с ребятами обсуждали на рации. Вот обычные полипропиленовые салфетки, я не буду сейчас называть производителя никаких. А именно когда уже снято все красочное покрытие, допустим, когда мы обезжириваем металл, ну там риска 180, да, на металле. И пару производителей я пробовал, именно вот эти салфетки синие, они у меня даже есть, но они у меня есть тоже в джете. Мы обязательно это тоже посмотрим, как они работают. И вот непосредственно когда металл обезжириваешь, и вот на металле появляются, ну, карточки, салфетки она оставляет, ну, как бы это не критично, но неприятно. Вот. Это она достаточно плотная. Порвать ее, кстати, тоже не так просто. Покажу. То есть тут она тянется. Ну, я не буду разбираться, с чего она сделана. По сути, мне это не важно. Ладно, сейчас еще буквально чуть-чуть нанесем. И чистой стороной это уже будет. Финишная обезжиривание. Тут уже ждать ничего не буду. Тут уже разъедать ей нечего. Собираем вот эти остатки, что я первый раз размазал. Вот сейчас покажу. Я покажу на примере только одной двери, как это все буду делать. Вот чтобы, ну, сильно это уже прям не растягивать. Значит, по этой двери, тут еще проклеена, вот она видна, защитная полоса. Сейчас я ее феном нагрею, все сниму. Вот там, если остатки клея останутся, то или растворителем, или обезжиркой. Вот, значит, также вот коррозия, я уже показывал. Вот здесь все вычищаем кораллом и щеткой по низу. А это оставляем для кружков. Вот, также по жучкам. Вот более детально, вот допустим, один жучок. Тут по низу. Сейчас вот где они. Вот. Раз, два, три.
вот здесь. Ну, то есть вот столько вот их на каждом элементе. Здесь уже достаточно большой. Где-то он еще вот тут есть. Вот там же жучок лезет. Ну, то есть много их здесь. Также здесь на этой двери есть вмятина. Сейчас попробую ее показать. Так, она у нас вот тут. Вот видна она. Здесь по вмятинам. Все вмятинки, что есть маленькие, отработаем споттером по ним, чтобы не шпатлевать ничего. Вот, ну все, продолжаем. Все, коралл, шуруповерт, погнали вычищать. Ну все, тут все зачистил, на коралле, на щеточке, короче, все очаги коррозии, что были, убрались. Вот, поэтому здесь ничем не преобразователем, ничем не обрабатывать не надо, будет сразу же обработал кораллом вот здесь, все в ручке. Ну, осталось, короче, все только под абразив работа. Вот, и остальные все двери будут, я думаю, абсолютно такие же, потому что в них никто не лез. И, соответственно, эта коррозия уберется без проблем, которая вот здесь, ну, только начинает зарождаться по низам. Единственная вот эта дверь, вот она уже сейчас лежит под брунаксом, передняя, в которой напилили болгаркой, можно сказать, коррозию не убрали, а еще больше ее только развели. Вот, вот она была самая печальная, а остальные, там все должно быть отлично. Вот, значит, я сейчас также обрабатываю все остальные двери, как раз пройдет сушка брунокса, и начнем уже конкретно по абразивам, так называемый батл наш. Все, дверьки все готовы везде, вот эти места труднодоступные для, ну, для кругов абразивных, зачищено. Тут, короче, все чистенько, здесь уже брунокс отработал. Вот, он уже высох, все хорошо. Пришлось мне еще вот в этой в одной двери почистить вот там изнутри. Вот, все вот так, потому что тоже там была уже коррозия зарождалась. В остальных дверях все четко, вот только в одной почему-то. Вот, ну все такой вид имеет, как бы на всех дверях, значит, вот здесь вычищено этот кантик, получается. Ну тут понятно. По низу. И вот этот кантик тоже. Все кораллом, щеточкой, где коралл не долез. Все в таком ключе. Все. Значит, сейчас начинаем с кубитрона. Одеваем 120-ку на полировалку. Я, значит, пройду сразу 120-м абразивом на полировалке. Ну, два кубитрона, два макската. И потом уже буду сразу перебивать, получается, уберусь в гараже, все подмету, чтобы у меня было все готово к грунтованию. Потом просто на эксцентрике перебиваю направленную риску от полировалки. Вот. И сразу же грунтуем, чтобы открытый металл не стоял. Ну все, погнали. И будем считать, сколько кружков у нас уйдет.